Глыба, человечище, профессионал. Все три слова с большой буквы. И уж простите за столь громкие эпитеты, но иначе про него не скажешь. В Нижнем Новгороде мастер-класс для спортивных журналистов провел один из лучших комментаторов российского телевидения – Владимир Гомельский. Мэтр поделился секретами успеха и без купюр озвучил свое отношение к некоторым телеканалам, функционерам от спорта и к футболу. Я в своей карьере комментаторской не комментировал только один олимпийский вид спорта – это футбол. Я не комментирую футбол по принципиальным соображениям и никогда этого делать не буду. А так я даже бадминтон комментировал. И это самая забавная история в моей карьере. Владимир Гомельский рассказал много интересных историй своей богатой на события жизни. Ну а футбол? Тут лучше всего ответить американской поговоркой про то, что интереснее смотреть на то, как растет трава. Но гораздо интереснее будет смотреть и, главное, слушать самого Владимира Александровича в четверг, 17 мая, на канале ННТВ. Мэтр спортивной журналистики стал гостем программы «Хит-трик». Начало эфира в 18 часов.